Алло, камера, работаешь? Пацаны, не орите, никто сегодня не орет, вообще не орите, блин. Это только тетя Оля хочет, чтобы вы орали, чтобы медведи разбежались. Боится, что они меня скушают. А это самое, не орите. Короче, вот весь такой расхристанный, весь такой красивый, такой неотразимый, это я, где? Где? Ну где? Угадай, где? Вот там, ага, в глубине сибирских руд опять. Ехали долго. На спидометре ровно 9 миль с хвостиком. Это значит неровно. Ну, пробились за рекой. 2 года как минимум никому не было, никому. Только лоси кругом ходили. Путики завалены, капец. В одном месте я прямо остановился, так это, до ветра сходить. И прямо, думаю, вот так пошутю и скажу людям, что я заблудился. Потому что вот прямо в никуда едешь, прямо заросли путики. Пацаны, сейчас что делаем? Вот так вот не ехайте, так не ехайте. Вот эта мачете тут лежит, веточка его подхватывает, херак тебе и все, и секир башка, и все. И потом люди думают, что это Аллах иноверца наказал. А оказывается, это просто твоя глупость, значит, тебя наказала. Так, все, шашки в ножны, значит, отвоевались. Ну и нахер, блин. Это вы, когда всех перебьете, может, заживете. А мы уже зажили. Так, пацаны, ведерко есть, пить. Сейчас будем пить. И знаешь, что будем делать? Одевать очень солидные черевички будем, потому что пойдем в теплоход. Это, пацаны, последняя надежда. В этом году, сами знаете, засуха, грибы нету. А брат Митька просит жареных грибочков. Поэтому мы пробились в заповедные места. И просто это у нас как, ну и как отпуск, скажем так. То, о чем так долго мечтают большевики в течение долгой зимы. Вот вы опять орете, блин, опять все распугаете. Нафиг все грибы разбегутся, прям что будем делать? Ага. И это, ну. А еще хочется так это, чуть-чуть прикинуть что-нибудь к носу и понять, где мы будем разбивать бивак. Хочу, значит, на лосев охотиться. Вот не хочу уже быть столбовой дворянкой, короче. Ну, возле дома что там, замочишь, раз это. Разделываешь лося и слышишь, как петухи у тебя там на фазенде кричат. Это не настоящая охота, пацаны. Настоящая это вот в лесах, где жуть. Где лешие, где кикиморы, блин, где просто вот страшно аж жуть. Вот там охотиться, поохотиться. Может, лоси здесь крупнее. Может, просто, блин, охотники дурнее, я не знаю. У вас бывают такие причуды? А чем красиво жить не запретишь, правильно? Деды ж не зря воевали, правильно? Так, пацаны, спасибо вам за компанию. Мы зашнуровались. Сейчас мы попьем васару. Возьмем ведерко с ножиком и побежим в эти самые тудой. Что будете пить? Канадское сухое или канадское мокрое? У нас спиртное нельзя, это на как in public, это где в общественных местах распивать, да, в Северной Америке. Поэтому я это виски и ром добавляю вот в водичку просто. За ваше здоровье. Давайте, пожелайте нам удачи, день только начинается, было холодно, сейчас солнышко потеплело. Значит, это самое, будем надеяться, что будет хороший день. Пацаны, я вначале забежал. Блин, я не знаю, зачем я вам камеру вообще включаю. Блин, все это показывает, елки-палки. Нельзя. Секретные объекты, важные, стратегические. Нельзя, блин. Забежал в лес с крупными деревьями, с такими серьезными. И это. Нету этих самых, которые я люблю, мацутаки. Ну, я так мельком глянул, потому что я не за мацутаки приехал, в принципе. А, ну, вы знаете, засуха в этом году была, то все, блин. Ага. И я пробежался так по лесу, слева направо и справа налево. Ну, как качать маятник, знаете, как тревожный месяц вересень, ага, чтобы это противника с толку сбить и понять, нюхом так, знаешь, чую, где находимся. И видишь, вот они, родимые, вот они. Ну, что-то это так, это, не хочу их резать, они как будто это подсохли, блин, пере это самое. Пережарились, короче. Но пацаны, вот, ну вот спал, просто спал, и это, и видение мне было, глаз божий. Вот в то время, как вся страна, блин, крепко сжимала очко и ковала, значит, фанеру для пролетания над парижскими рейхстагами, мы, тем не менее, не дремали, блин, мы ковали тоже планы, и мы знали, что где-то нас ждет счастье. И вот это счастье может быть вот здесь, а может быть вот в этой форме. А может быть в форме вот таких вот высыпочек. Смотри, какие, яки вони
крупненькі вже. Вони ж ждуть, вони ж плачуть, вони, Вованич, ти ж, пожалуйста, встреш за нас. Представляєш, от не зря, сука, большевики, от эти, блін, не зря вони з дідами, блін, эти швейні машинки Зінгерси, губні гармошки пёрли із Пруссії. За нами это самое и не это самое. Если надо, повторим, пацаны, давайте. Ножи наши остры, блин, и мысли наши тоже. И сейчас давайте резать грибочки. А? Ой, какая сказочка, хлопчики. Воно же не моно вытримати. Блин, кого бы еще потроллить? Смотри, там тоже что-то оранжевое. Фу, я вся вспотелася. И мне какая-то падла это в башку так укусила. Шишка такая большая. Прямо крупнее, чем мозги ваших вождей. Пацаны, я это чуть не это самое, я прямо в пемперсы так это дунул, это от счастья. Думаю, ну все, мацутаки, смотри, какой огромный, то все, и вроде полусвежий. А ни хрена не мацутаки. Шут его знает, что-то для славян, наверное, съедобное. Джигит это трогать не будет. Фу, еще чуть-чуть надо набрать, и потом можно бежать к лабрику с другим ребенком. Пацаны, лайфхак от дяди Вовы. Если вот носочки туда вниз съезжают, и потом эти червячки кожицу натирают здесь, ты эти носочки-то подтяни, бляха-муха, и выпусти их так, заверни сюда, и значит это, и будет тебе счастье. Фу, потеплело. Ну где, где грибы, пацаны, грибы, где грибы? Ото, що ми включили знімательну агрегатку, значить, щоб показати вам лосіні тропики, лосики, значить, як вони ходили тут, значить, як корови на водопої, прямо це, тропи, прямо тропи. Коротше, пацани, я так, Аллах сказав так, Вованич, ти пацан нормальний, ти жопу від дивана оторвав, ти це туди-сюди, блін, були версти обгорілі в болотах, от дійшов, і от давай збирай тепер. Спасибо, Аллах, большое спасибо тебе, Рахмет. Сейчас берем другое ведерко, значит, рвем дальние места, дальние. Это был ближний, а теперь рвем дальние. Оттуда выходим только исключительно по GPS. И снова здравствуйте. С вами, значит, общеобразовательный и познавательный канал от дяди Вовы. Ассаламу алейкум. Кал галай. Что ты делаешь, лес? Дела как, джакси? Когда лес переименуешь в Белкастан или как теперь? Фу, блин. Братья казахи. Мой бедный народ. У них еще считается демократия, я где-то читал это, обзор политический. Ну, после развала Союза, в принципе, жить стало лучше, жить стало веселее, люди хоть нажрались. И единственное, где осталась диктатура, это страны Азербайджан, Туркестан, Таджикистан и Белорусостан. Ну, обидно немножко, конечно, за белорусов. Хотел вам показать этот молодой лес. Видите, этот молодой лес, это что значит? Это значит, он горел. Он весь сгорел. И пошла вот сейчас молодая поросль. Ну, молодняк. Молодежь и подростки. Ага. А дошел до Седова, а тут, наверное, как это, типа речка, знаете, посырше немножко, и пожар остановился, короче. Никто его, конечно, не останавливал. Пацаны, и мы приблизились к теме, вот почему в Сибирях горит тайга, и тудым-сюдым, потому что нету грамотных ребят, которые бы сказали, вот это дяди Вовы, приходите, блин, мы вам это выпишем разрешение, давайте там стольник или два стольника зелененьких, и можете столько-то кубиков спильнуть и делать гробы чекистам и все, что хотите. Вот нету такого, а надо. Почему? Потому что вот гляньте вот сюда теперь, вот разворачиваемся и вот смотрим вот сюда на этот фронт. Вы что думаете, что огонь здесь остановится? Да ему столько здесь жратвы, он будет херачить, он будет сандалить. Тут не то, что грибочки, блин, 100 лет расти не будут. Тут даже китайцы откажутся потом приходить брезгливо, так скажут. Такой тайга не хотим, товарищ Путин, давай нам хороший, красивый тайга. Пацаны, надо это плановое хозяйство вести. И надо это выкашивать немножко, убирать. Ну что такое? Ну хотя бы людям-то, ну валежник-то, хоть дайте им валежник. Ну что, ну деды же не зря воевали. Ну елки-палки, пацаны. Давай грибочки собирать. Пацаны, я вам один мудрую вещь скажу, такой почти что лайфхак. Что делает настоящий джигит, когда он заблудится? Он, короче, бегает, мечется, пока не выберется туда, куда это надо. А потом от Кедова опять бежит, но уже это уклоняется в другую сторону, чтобы заблудиться в другую сторону.
Ну, как-то так. Первые заблуждения, короче, был вообще никакой. Почти никакие грибы не нашли. Сейчас хотим сильно, капитально заблудиться. Вот через всякие такие лощины будем тудым-сюдым ходить везде. Может, где-нибудь что-нибудь попадется. Если нет, то, блин, плохо все тогда. Вот фазаны, вот вы думаете, вот что такое счастье? Вот это большевики воспитали таких людей, которые думают, что счастье это много деньги, это золотой унитаз, это красивый ёршик, это скрипки из Панамы, херня, все это, пацаны. Счастье, когда вот такой огуречек есть, когда еще пару часов светового времени есть, когда в кармане есть свежий горох, все свой огород. А? И еще бутербродик с сыром. В загашнике. О, пацаны, я про сыр это. Давите еще гусеницами, не? Или вообще, капец, построили железный занавес опять. И кушайте только свое благородное боярышниковое. Тишина, красота, пацаны. Ой, надо делать сказка. Вот это вот есть счастье, пацаны. Пацаны, вот клянусь бисмиллой, значит. Достал камеру, думаю, спою вам песенку, там херню какую-нибудь расскажу. И тут очки. Не, блин, вы там посмотрите, вы зырите там, вы видите, вы хоть нет вообще, вы видите, нет? Глаза-то разуйте. Там бляха-муха, там вообще. Не, там не вообще, там чуть-чуть. А вообще это вот тут. Это вот тут. Ну. Пацаны, я ходил, устал, плюнул, все, блин, сдался почти, да? А потом, ну сами знаете же, блин, наши эти ножи не бросают, блин, и весла не бросают, ага. И, блин, и вышел там такой пятачок был. Я, короче, ведро набрал полное, и я взял GPS и забил туда. И знаете, что забил? Ну я же не могу написать там это, лисички, или дофига лисичек, или много лисичек, или охренеть сколько лисичек, и лисички 2, и лисички 3, и лисички 25, потому что у меня такие уже есть названия в GPS, и он не принимает их. И знаете, что я написал, пацаны? Я написал Борат. Почему Борат? Потому что знаете, да? У него во втором фильме это ключевое слово nice. Nice. Ну, значит, так открыл GPS, посмотрел Борат. Ага, значит, nice. Значит, туда шуру и будете счастье. Пацаны, вот эти собираем и все будет. Ну что, блин, я ведро там на дороге оставил где-то. Что я буду его таскать? Что я, блин? Я сюда пришел как джентльмен, а не как таскатель ведер. Пацаны, песню хотел спеть. Но ее надо, это, картавым. Обязательно быть картавым, чтобы петь. И вот эта песня вот так это. Сейчас помню. Блин, забыл, сейчас вспомню, про гадость там было. Блин, сейчас. Вспомнил я, не совсем же бушка дырявая. Так, надо петь, пока не забыл. Не скрывая гадость, вам я пою. Вы идете гадом в гадость мою. Ну, как-то так. Все, блин, давайте, рубим эти грибы и все, выбегаем отсюда. Ну, нахер, солнце уже спускается куда-то там спать, блин, на запад, как положено. Пацаны, если вы меня сейчас спросите, и девчата тоже. Я всегда, когда говорю пацаны, я имею в виду девчат тоже. Ну, хотя мало девчат смотрит нас, я не знаю. Такой неотразимый, такой симпатичный мужчина, и так мало девчат смотрит. Это я не могу понять, блин. Я так умру, наверное, это, не поняв этой проблемы. Короче, вот вы, конечно, спросите, зачем я его тебе эти грибы? Что ты так грибы любишь? Что, жрать нечего на канатчине, что ли? То все, блин. Ну, нифига подобного, пацаны. Нет, конечно, не поэтому. Ну, потом вы еще можете предположить, что дяво, что тебе денег не хватает, башляешь грибами тут, народ травишь мухоморами. Тоже нет, пацаны, тоже нет. Просто так получилось, вот внезапно так получилось, что все наши избушечки заняты. И хочется, прямо очень хочется угостить этих людей дарами, значит, нашего чудесного северного леса. Ну, японам, ну, пацаны, ну я же не выкашу эти все. А когда я отсюда уеду? Ну, что за херня, блин, а? А бросить тоже не бросишь, блин. Хоть понадкусаю. Ага. Ну, и угостить хочется почему? Не потому, что я такой прямо шлепнутый, вот, и всех этих клиентов и постояльцев угощаю. Ни хрена подобного, блин. Перебьются нахер. Ну, просто это, хорошие люди попались. Ну, очень хорошие просто, знаешь, вот такие прямо, вот образованные прямо и культурные прямо, ну, это, одна парочка такая прямо приятная, пожилые уже так это, ну, и до сих пор влюбленные. Ага, и это, блин, ну, начинаешь балакать с ним, это, блин, короче, профессор, понимаете, вот, PhD, блин, ну, это, и, блин, и знаете, что, блин, у Руси был, короче, по-русски чуть-чуть балакать.
Ага. А про Германию заикнешься, там вообще долго жил, по-немецки вообще бегло разговаривал. Понимаете? И вот такие вот люди образованные, вот культурные, понимаешь, это они любят сидеть, там это винишко пить, погода смотреть, то все. Другой домик тоже прямо, ну, классные люди такой, понимаешь? Не, короче, не такой, как наши люди. Знаешь, наши приедут голодные, блин, грибы быстро набрать, рыба поймать, блин, баньки искупаться, что-нибудь пострелять, блин, еще что-нибудь это, блин, и не знаю, блин, это. Ну, вообще, даже посмотреть на солнышко там, блин, вообще даже времени нету, вообще. Жизнь сильно короткий, ага. И поэтому вот этим хорошим людям, значит, хочется сделать что-то хорошее, и мы им грибы, скажем, кушать, пожалуйста. И объясняем всегда, как жарить. Я такой, как великий специалист, как будто я знаю, как их жарить. По ушам езжу, так говорю, вот сделай вот так, вот так, вот так. И они потом такой счастливый, говорят, я во, твой на избушке вообще самый лучший в мире, говорит. Вот так вот. Делайте добро, люди, и вам это добром, конечно, не откликнется. Смотря кому сделаете. Если русакам сделаешь добро, они тебя потом, блин, мочить будут, блин, или... расформирует, как немецкую республику по Волжье, или что он сделает. Выбирайте, кому делать добро. Шучу я, пацаны! Давай, режем, режем, блин, режем! Эх, блин. Пока камеру доставал, пока она включалась, медведь успел скрыться в кустах. Ну, что-то хромал как будто, а? Или просто неуклюжий, косолапый. Ага, ну мы выбрались, 6:17, нормально, время детское. Я очень доволен, что заживо выбрались. Вот где-то здесь скрылся. Интересно, чего возле дороги-то шарится?